Юрий Гагарин, в одно слово с маленькой буквы, представляет. Гражданин-поэт. Теперь с Артуром Смолениным. В ночь на 11 октября крылатые ракеты Владимира Путина начали обесточивать мирные города Украины. Эта спецоперация пока удается. Стрёмная ночь. Тёмная ночь, о которой не спел бы Бернес. Он ведь был украинский еврей, его родина нежен. Тёмная ночь, отключили 4 АЭС. Город Киев стоит без огней, затемнён и заснежен. Глянь, космонавт, как пятном расползается тьма, как припомнился опыт блокад и ландализовский опыт. Глянь, оккупант, как без свету стоят роддома, как в убежищах дети сидят и как книгами топят. Русская ночь дотянулась до школы больниц. Тысячи лиц, натянувшие мурло свиное. Черная вонь потянулась от русских границ. И колеи не поставить предел, то зальет остальное. Стрёмная ночь, расшипелся блатной оворот, ни прямых, ни окольных дорог, лишь кривые дорожки, лишь бункерок, где таится один фюрерок, да плешивый один поварок кормит фюрера с ложки. Тёмная ночь всё равно не на 1000 лет. Ничего бесконечного нет, кроме злобы изгоя. Ток ни при чём, в Украине настанет рассвет, а в России рассвет запрещен, и настанет другое. Темная ночь, на нее опустилась, как стыд. Киев не спит, как обычно, держа на пределе, и никогда, никогда Арестович не сыт, обещая победу добра. Через 2-3 недели. Можем повторить. Гражданин-поэт возвращается к прозе жизни. С конца января в регулярном эфире Ютуба, а с конца марта в живом виде. 26 марта – Париж, 29 марта – Барселона, 2 апреля – Бенидорм, 4 апреля – Марбелья. Из России заявок не поступало пока что.